В Алгинском районе активно развивается животноводство, причем не только мясного, но и молочного направления. Для этого местные предприниматели эффективно пользуются мерами господдержки, предусмотренными государственными программами. Примером тому может послужить одно из алгинских крестьянских хозяйств, где успешно занимаются изготовлением кумыса. Секреты успеха аграриев узнавала наша съемочная группа. В хозяйстве содержится 50 кобыл, в день выходит около 150-160 литров молока. Аграрии уверены, что кобылье молоко во много раз полезнее коровьего, особенно для людей с различными заболеваниями, поэтому они и занимаются его получением. В этот раз доярка приступила к доению кобылиц со специальным приспособлением. Технолог, занимающийся производством кумыса, Айман Ксупова вместе с семьей уже не первый год работает над развитием коневодства на селе. По словам женщины, напиток, расфасованный в тару, кроме города, уже успешно поставляется и в другие области. Лошадьми занимаюсь уже 10 лет, но кумысом только 3 последних года. Я тут работаю технологом. Вот изготовили такой аппарат, с его помощью изготавливаем кумыс, потом разливаем в баклажки и продаем. В нем есть витамин С. Делаем специально с небольшой жирностью, продукт 1%. К зиме он увеличивается, но стараемся его держать не выше 1,5%. Для желудка он не вреден, в нем много полезных веществ. За лошадями ухаживают 15 рабочих. Кроме того, на полях хозяйства выращивают корм для скота. Хозяйство в этом году планирует расширяться, поэтому в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020» была проведена модернизация электросетей. Свое дело мы начинали в далеком 1997 году. Тогда не было даже базы, имели только небольшой домик, с него все и началось. А сейчас мы имеем 53 кобылы и 53 жеребенка. В хозяйстве достаточно большое количество лошадей, адаптированных к местному климату. Построено 4 больших сарая, есть транспорт для перевозки кумыса. Тем самым хозяйство уверенно развивается, повышая свое благосостояние и улучшая благополучие местных жителей. Владимир Федотов, Армандос Магомбетов, телеканал Актобе.